Привет, друзья! С вами Валентина. Друзья, вот хочу все время думаю, как плохо, когда я не живу рядом с лесом, и я абсолютно не понимаю в грибах. У нас после дождя везде пошли грибы. Но это не такие пухкалки, как были, а вот такие шапочками интересные. Вот такие грибочки везде у нас растут. Что это за грибочки? Кто его знает? А вдруг они съедобные? А мы их просто выкидаем. Сейчас покажу, друзья, еще один сорт вам грибов. Вот такие вот они внутри. Вот такие вот они внутри. Мясистые такие, хорошие. Ну что за грибы? Ребята, грибники, подскажите. Сейчас еще один сорт грибов покажу. Целую неделю шли дожди, друзья. Все позарастало. Вообще, вот лук какой. Начинаю прорывать. Чеснок. Рву траву везде. И вот, ребята, что я обнаружила. Какую поляну грибную в своем чесноке. Вот такие вот грибы. Сиреневенькие на вид. Вот лежит. Вот такие грибы, друзья. Везде у меня по чесноку. Если кто-то понимает, что это за грибы, головка и ровненькая. И вот такая волнистая. Полезные ли эти грибы или нет? Вот как я же говорю, плохо, когда не понимаешь, не жил рядом в лесу, не собирали грибы с родителями все подряд. Вот так ходили с мамой по грибы. Под осиновики, под березовики, белый, лисичка, гриб. Вот это и все наши грибы. Эти мы и знаем. А других мы и с мамой не брали, поэтому я и не знаю, что это за грибы. Так что, друзья, у меня появилась такая грибная поляна в чесноке, если вы видите эти грибочки. Вот что интересно, под каждым почти чесноком, это не вот под чесноком прямо растут. Вокруг чеснока вот семейки такие грибов вырастают. Подскажите, грибники, пожалуйста. Буду вам очень благодарна за вашу подсказку. Все у нас позарастало. Неделю шел дождь. И опять обещают на целую неделю, но здесь кратковременные дожди. Поэтому бороться с травой приходится. Вон на луг пойду сейчас. Чеснок-то где побольше выхватила, полоть же его уже невозможно. Только вручную рвем. Картошка наша большая такая вся стоит. Это ранняя поменьше. Тоже сколько травы повыбрыхивали, трава выше в два раза от картошки. Будем ее рвать. Капусту брызгали, но что-то я не пойму, помогло оно или нет. Сейчас посмотрю, пойду на кабачках. И кабачки брызгали. Помидорчики я пасанки убрала. Нужно прополоть их и слегка кое-какие подвязать, высокорослые. А вот эта капуста, друзья, у меня капец с ней. Я не знаю. Брызгаем, брызгаем, но что-то ничего не помогает. И вот что там внутри вроде еще нету. А тут вот один листок и внутри уже поеденный. Брызгаем, брызгаем. Сами отравимся, пока будем есть. Сейчас попробуем еще эйфорией побрызгать. Огурчики надо уже подвязывать. Я огурчики, друзья, сажаю мало. Вот здесь рядок, из этого рядка 7 штук хорошо взошло, а 7 досаживалось. Там рядок, вот я забыла их посмотреть, по чесноку аж дальше. И за морковкой посмотреть забыла, что там с огурчиками. Вот и все огурчики, но я не обрываю пасанки. Нам хватает, если только не побьет его никакая зараза, извините за выражение, то нам хватает их и закрыть, и поесть, и все. Огурцы, если только, особенно тля, бывает, вот смотрите, что оно делает. Залезла, достает нектарчик. Это даже какой-то шершень.
летает еще. Пусть летает, оплодотворяет, опыляет, вернее, опыляет наши огурцы. Вот так, ребята. Малина спеет. Вот такие вот висят грозди. Сегодня опять надо собирать. Это будет наш четвертый сбор уже. Вот такая у нас красивая малина. Нам хватит. И нам, и с дочерью поделимся. Нам на две семьи хватит. Малинку сейчас буду просить мужа. Пусть идет на малинку. Вот так у меня издалека, если видно, здесь два ряда малины. Два ряда она. Вот здесь 8 кустов и там 8 кустов. 16 кустов. Будем смотреть, сколько малины у нас выйдет. Друзья, у меня ряд ремонтантной. Вот которую я оставляю только на осень. Она разного размера, потому что разные сорта. Вот где-то какие-то пропадали, я насаживала другой сорт ремонтантный. Потому она разная по высоте. Еще один, одна полосочка, рядочек посаженный ремонтантный, есть там возле клубники. Друзья, сбор ягод у нас продолжается. Вот сейчас мы нарвали два ведра красной смородины. По речке, так как говорят. Кто по речке, кто по речка. Так что это до ума доведу. Завтра еще нарвем. Его надо перемыть все. Сложить в морозилочку. Завтра еще нарвем столько же. Вот такие две миски уже нарвали. Две миски такие и ведро. Получается два ведра. Кто отгадает, сколько я соберу ягод сегодня красной смородины в этом году? Кто может мои ягоды посчитать, прикинуть? Вот, друзья, смородину, которую мы собрали. Я ее помыла. Сейчас она стечет по пакетам и в морозильник. Покажу, чем я занимаюсь, ребята, после того, как управились с хозяйством, позавтракали. Мы готовим эту же еду для всех на завтра, в том числе и для себя. Картошка для птицы варится, кастрюля. Картошка, яйца для индюшат. И для себя всего лишь компот сварила. Смородины с красной. Вчера стушила индюшку мясо. Пол индюшки где-то. Кашу рисовую сварила. Себе пока на обед ничего готовить не буду. А на ужин что-нибудь еще придумаем. А хозяйство нужно кормить ежедневно. Для них ежедневно варю. Помимо того, что они много едят очень комбикорма. Ну, любят все картошечку. И картошка намного дешевле в кормежке. Вот так, друзья, по килограмму в каждый кулечек. И в морозилку отправляю. Перемытую, не слегка подсушенную. Будет нас зимой радовать вкусными компотами. Витаминки все-таки. Люблю, друзья, когда в окошко выглянешь или выйдешь во двор, и везде цветочки.
Вон моя стильбочка стала тоже расцветать. Такая красивая. Вон там огурчик уже первый у нас есть. Это первый наш огурчик. Сорвем уже его вечером или завтра.